Вишенка розовая. Так выглядит на салат на мариновании. Розовая. Вот. Точно розовая. Ну вот. Розовые грибочки. Вот так выглядят сотки. Это летний такой вариант, летний выращенный. И цвет у нее полноценный не получился, потому что мы были в командировке и там забыли, там другие люди, полноценно запустить свет. Она немножко так росла в темноте, но все равно вот такие вот красивые сростки. Такие они получились красивые, как цветочки. Так, ага, здесь видим вот эти, это ножки, они обрезательно, но не твердые, это как качан у капусты. То есть листья срезают, а качан выбрасывают. Вот что-то такое у вешенки, потому что это очень твердое, а вот это вообще получилось почти красная такая, розовая. Самое удивительное то, что мы долго пересчитывали, ту дату от посадки, получилось, что урожай она дала как-то удивительно на 14 или на 15 день мы ее собрали. То есть получилось где-то за 10 дней она прогнала 10-килограммовых блоков и выросла уже в грибы. То есть ну, мне трудно было поверить вот в такие даты, в такие цифры. То я даже, честно говоря, мы смотрели по всех датах, вроде бы мы не ошиблись. То есть урожай пошел вот такой вот за 2 недели. Так что если это все действительно так, то очень хорошо и быстренько пришли грибы. Вот покажу там еще. Они, наверное, если бы было бы прохладнее зимой или там осенью, весной, то были бы более такие крупные. А здесь росли очень быстренько и получились вот такие, как цветочки. Потому что температура там сейчас немножко такая повышенная, потому что очень жарко на улице летом. И снизить температуру там не так-то просто. А этот сросток как-то вырос. Даже не пойму, как он, где он рос. Вот такая удивительная розовая вешенка. По вопросам приобретения мицелия обращайтесь на Funny Mushroom School. Телефоны или Skype вот у вас на экране. Всего вам самого наилучшего.